Там несколько детей. Вон, смотри, там семья целая дельфина. Да я и сам дельфин. Вот, смотри, несколько, их там много. Да, вон точно, вон, вон они. Во-во-во-во-во-во. Ловят. Даже едят, говорят. $600 дельфин на мясо. Честно, они хорошие. Все хорошие. Но вкусные. Блин, нельзя, они же умные. Have you got any photo? Это видео. Ой, маленький, да, вот это маленький. О, white color. Wow. О, вообще маленький. Тихо, тихо, тихо. Уплыли, нет? Ну, мы их напугали. Ты их напугал. Ну, мы очень близко подошли, они ближе. Я, ну, вообще, да. Близко по так подпускали. Да, да, я тоже так близко никогда не подходил. А, ну все, сваливаю. Где? Вон там. Ничего себе. А они сваливают. Где, это, где? Да вот прям вот вон, вон, смотри, 50 метров. Да было ближе. Сваливаю, все. Давай, доставай гарпун! Маленький-маленький. Да, да, мы видели. Мне приходится увеличением снимать. Мне тоже. Так что качество будет не очень. Все.
все, новый видос сейчас выложим. Дельфины в Камбодже. Дельфины в Казахстане. А еще, быть может, они не нас испугались. Вон, видишь, рыбацкая лодка. Они по-другому.